Чуть больше недели остается до начала весны. С ее приходом нельзя будет делать кое-какие косметические процедуры. Все из-за солнца, которое становится более активным. А пока оно еще дремлет, успевайте. Анастасия Лизаревич узнала у специалистов, на какие сеансы красоты стоит сходить. Вашему вниманию тройка эффективных. Анастасия, сегодня проведем вам процедуру «Химический пилинг». Прошу ложиться. Будет легкое пощипывание, покалывание. Это норма. Просто нужно будет чуть-чуть потерпеть. Химический пилинг – первый в списке зимних процедур красоты. Для тех, кто хочет помолодеть без уколов. Косметолог тюменских звезд спорта и шоу-бизнеса Анна Набок рекомендует курс из 5 сеансов. В зависимости от особенностей кожи выбираем кислоту – молочную, винную, миндальную или, как сегодня, азалаиновую. Весь процесс занимает 20 минут. Кто-то приходит лечить свою гиперпигментацию, кто-то приходит лечить акне, кто-то приходит бороться с гиперкератозом кожи, кто-то борется просто снять усталость с лица. Ну, то есть здесь пилинг, он всеобщий абсолютно. У него нет каких-то конкретных показаний. Он, в принципе, показан всем. Можно считать это процедурой выходного дня. Лазерное омоложение тоже надо успеть сделать до весны, пока ультрафиолет не агрессивен. Эта процедура более дорогая, глубокая и серьезная. Лучше проводить ее в клинике. Дерматолог-косметолог с 20-летним стажем Ирина Голднева работает с чудо-прибором, который одним касанием решает десятки проблем. Сужает поры, выравнивает цвет лица, избавляет от морщин и рубцов. Микроповреждения кожи, возникающие в результате воздействия фрикционного СО2 лазера, запускают процесс регенерации, запускают синтез коллагена, обновляют кожу, омолаживают кожу. Пациенты видят улучшение сразу после первой процедуры, поэтому они приходят и повторяют. Именно зимой, когда кожа сохнет, ей нужен особый уход. Косметологи советуют смотреть на ингредиенты кремов. В их составе обязательно должны быть натуральные растительные масла и омега-3 кислоты. Кроме того, уставшую от холодов кожу надо спасать с помощью масок из спирулины. Она состоит из водорослей, прежде всего из спирулины, потому что спирулина – это, наверное, самый ценный ингредиент, который делает с кожей, я бы сказала, даже образно все. Она делает детокс кожи, она позволяет ее и омолаживать, и убирать воспаление. То есть это как раз та экстренная помощь, которая необходима нашей коже зимой. Маски из спирулины, в отличие от химического пилинга и лазера, можно делать самостоятельно, дома.